Человеческий организм периодически подвергается нападкам различных вредоносных бактерий, вирусов и даже паразитов. Особенно это актуально сейчас, в разгар сезона простудных заболеваний. Помочь своему организму мы можем регулярным проведением профилактических мер. Не всегда обязательно при этом прибегать к использованию дорогих аптечных препаратов. Иногда можно обойтись применением эффективных средств народной медицины, содержащих в себе исключительно натуральные компоненты. Сегодня мы расскажем об одном из таких целебных напитков. Компонент для приготовления данного средства найдется практически в любом доме. Правильный и регулярный прием напитка способствует профилактике и даже устранению многих недугов, среди которых бессонница, вздутие живота, плохое выведение из организма шлаков и токсинов, повышенное артериальное давление, заболевания печени и почек, нарушения в работе желчного пузыря, спазмы в кишечнике и ожирение. Вы наверняка уже слышали о данном напитке. Его популярное название – укропная вода. Для ее приготовления тщательно промойте пучок укропа под холодной проточной водой и мелко нарежьте его. Далее 2 ложки измельченного укропа внесите в 250 мл кипятка и настаивайте смесь в течение 1 часа. При этом емкость необходимо закрыть с помощью крышки. Рекомендуемая дозировка целебного средства – 1/3 стакана за полчаса до приема пищи 3 раза в сутки. Такой целебный напиток обязательно улучшит ваше самочувствие. Будьте здоровы!